В районе дома номер 55 по проспекту Курчатова объявлен карантин по бешенству. Все дело в том, что один из жителей этого дома в качестве домашнего питомца решил завести куницу, причем нашел он ее в окрестностях города, отдыхая на природе. Получив от зверька укус, мужчина запер его в клетке, где ночью животное пало. После обращения в травмпункт горожанин доставил павшее животное в лабораторию, которая в свою очередь и подтвердила бешенство. Сейчас в районе дома проводятся мероприятия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным правилам. Управление Роспотребнадзора напоминает, бешенство смертельно для человека. Следует соблюдать правила своей безопасности.